После снятия аккумулятора японская магнитола Eclipse AVN5505D перестала подавать признаки жизни. Как выяснилось в интернете, это связано с необходимостью установки загрузочного диска. На просторах интернета этот диск все-таки был найден, скачан образ и записан на компакт-диск. Сейчас мы попробуем его поставить. Вот свежезаписанная болванка диска. Вот такая вот картина. Пробуем. Скушал. Читает. Теперь уже знакомый экран. Как видим, все получилось.